Приветище! Это Mask of Mist, и мы продолжаем с тобой наши головоломистые приключения. Еле выговорил это слово. В общем, в прошлой серии мы сделали все, что могли, и застряли. Больше я не знаю, куда здесь идти, кроме как сходить на кладбище, спуститься в колодец, ну и, конечно же, решить головоломку с камнями, что мы сейчас попробуем сделать. Камни у нас находятся внизу, в подвальчике. Сейчас мы туда спустимся с тобой. Вот они. Нужно грамотно расставить камни, чтобы здесь что-то случилось. По всей видимости, мы тут должны получить ключ от кладбища. Сейчас мы это попробуем реализовать. Значит, сюда вставляем зеленые камни. Изумруд. Изумруд. Фиолетовых камней я не нашел за всю игру, пока мы с тобой бегали здесь. Сюда мы вставляем рубин. Сюда сапфир. И сейчас узнаем, будет что или нет. И не шиша. Но мы-то с тобой видим, смотри-ка, ты видишь просвет за вот этим книжным шкафом? Там явно тайник. Короче, не ключ мы получим, а откроем какой-то тайник. Хорошо, что нам нужно? Здесь есть еще картина, которая показывает... Очень странная картина, между прочим. Которая показывает комбинацию, видимо, цветов или что, понять не могу. Вот сапфир, вот фиолетовый, вот желтый. Прикол в том, что желтого и фиолетового нету цвета у нас. Точнее, фиолетового есть, но нет камней. И как быть? Может быть, это реально комбинация цветов? То есть, чтобы получить фиолетовый, нужно скомбинировать сапфир и рубин? Как на это смотришь? Давай попробуем. Ну, потому что нет фиолетовых камней. Где мне их еще достать? Значит, берем сапфир. Кладем сюда сапфир. И кладем сюда рубин. Но теперь у нас нету здесь камня. Сапфиров у меня больше нет. Значит, нужно тоже его скомбинировать. Чтобы получить сапфир, нужно скомбинировать синий и зеленый. А где мне синий-то взять? Подождите. Может быть, красный, синий это фиолетовый. Красно-зеленый. Может, красно-зеленый? Нет, красно-зеленый это желтый. Блин. Ну давай сюда воткнем рубин. Просто наобум. Нет, так не прокатит. Черт. Подожди, красный, зеленый это желтый. Как насчет сюда красный воткнуть? Что-то как-то не так. Подожди. Возвращаем обратно изумруд. Как насчет сюда изумруд положить? Оу! Прикинь, получилось! Пошли. Что у нас здесь? Ого. Ого, ого, кажется, здесь будут слизнюки какие-нибудь. Слизнюки, говнюки, я как знал. Я как знал, что ты тут... Ай, задел меня. Я как знал, что ты тут есть, друган мой. Нелюбимый. Еще один. Вот засранцы. Мимо, мимо. Промаханулся. Готов? Вся беда в том, что у меня нет патрончиков. Ух ты, выход. Куда это мы выйдем? Оу. Мы на кладбище? Обалдеть! Мы попали на кладбище! Здорово! Сюда можем пройти? Можем. И здесь ключ. Ключ от кладбища, который откроет само кладбище. Вот так-то. Там еще один склеп, смотри, есть. Сюда заглянем. Петли этой двери давно заржавели, и у вас не получится ее открыть. Но у меня есть средство от ржавчины. Очистить ржавчину. Ништяк, спокойненько заходим и забираем синюю статуэтку, которая нам поможет открыть вот эти зачарованные ворота. Статуэтка сюда, еще одну статуэтку надо найти где-то здесь. Я думаю, что она где-то... Что тут? Записка. Записка. Теряю терпение. Наконец, перевел одну из надписей на вратах. Она гласит, ключ покоится под взором трех мудрецов. Что за вздор? Нет, определенно мое терпение подошло к концу. Маска находится буквально на расстоянии вытянутой руки, а я занят тем, что разгадываю эти загадки. Уверен, что мне удастся правильно распечатать разрыв даже без активированных навигационных кристаллов. Это по-любому записки нашего архимага. И у него ведь получилось активировать этот разрыв без навигационных кристаллов. Ох уж этот старикан архимаг. Мы тут сейчас соберем с тобой цветочки. Для алхимии пригодится. Тут у нас ничего нету. Надо хорошенечко все обыскать. Как мы с тобой знаем, тут есть тайники.
тому же мы еще не нашли синюю статуэтку. Где бы она могла быть? Куда ее спрятали? Обыскал я здесь все. Больше синих статуэток я не встретил, к сожалению. Видимо, она где-то спрятана. Поскольку записку мы нашли здесь, и она говорит о том, что... Вот она, эта записка. О том, что ключ покоится под взором трех мудрецов. Надо искать где-то трех мудрецов, которые смотрят куда-то. Скорее всего, это и есть разгадка, где хранится синяя статуэтка. Единственное, понять бы, где эти мудрецы. Хотя, подожди. Вот они, мудрецы. Кажется, это они. Чуваки с книжкой. Логично, что это либо философы, либо мудрецы, либо просто любители-читатели. И куда они все смотрят? Так, они все смотреть должны на меня. На меня. Где-то здесь должна быть статуэтка, наверное. О! Нашли! Обалдеть! Круто! Недолго и заморачивались, в принципе. Ну, как недолго? Я пока обыскивал тут весь этот склеп, прошло минут, наверное, 20. Вставляем. Зашибись. Снова отправляемся в пещеры. Наконец-то. Я уже предвкушаю конец этой истории. Мы где-то близко уже бродим. И тут бродят еще и опасные твари. Не дамся я вам просто так. Опа! Потанцуем. Диско. Ай, блин. Куснул меня все-таки слаймик. Вот засранцы. Здесь мы пройдем 100%, но сперва обыщем эту комнату. Вроде бы здесь на первый взгляд ничего не бросается в глаза, поэтому идем дальше. Есть кто здесь? Слава богу. Слизни. Это что такое? Обалдеть. Круто. Вот это спецэффекты. Походу... А, вот. Это, короче, магическое зеркало. Точнее, стекло, а не зеркало, которое преграждает нам путь, но мы его вот так вот обходим, и все. Все пучком. Здесь еще это стекло. Но мы видим проходик вот здесь. Интересно, если я в него воткнусь? А, но мне даже урон не наносит. Скукотища. Чешем дальше. Пройдем туда или туда. Вначале сундук заберем. Блин, я думал, тут патрончики будут. Мне так не хватает патрончиков, потому что... Еще тут и три слаймика. Зашибись. И стекла. Ого! Вот сюда нам надо. Здорово, ребят! А вы сквозь стекла умеете ходить? Нет, тоже застрял. Готово. Жалко, конечно, что вот эти стекла не работают на слаймиков. Так заманил их... Ой, блин, чуть сам себя не заманил. Заманил их, они влупились в эти стекла и... Погибли. Было бы круто. О, теперь здесь еще и... Прикольно. Из этих стекол мостик. Но надо спуститься и убить вот этого Чунгачкука. Ядовитого змея. Готов. Внизу у нас здесь вроде бы ничего нету. А, есть проходик, смотри. Его, естественно, охраняет вот этот стебель. Тощий. Зелье лечения. Хорошо, что я его поднял. У меня совсем нет здоровья. Выпьем же за мое здоровье. Круто. Еще одну баночку выпьем. Ништяк. Теперь можно со спокойной душой подниматься. Блин, ну мостик, конечно, из стекла вот этого магического, это круто. Оп. Опять эти черти тут ходят. Черт подери, здесь есть комнатка, кстати, можно спрятаться. А для чего эта комната? Нет ли здесь тайных кнопочек? Не, вроде нету. Там тоже, кстати, есть комната, смотри. Здесь, опа. Скрытая кнопка. Не зря сюда зашел. Не попал. Корявый, тощий. Нет, это не тощий. Ай, это осьминожка. И он попал в меня. Черт. Чуть в эту едкую слизь не упал. В общем, нам нужно найти куб. Куб. А куб вот он. Их целых два.
Здесь есть ценник какой-нибудь? Нет. Значит, первый куб мы кладем сюда. Пожалуйста. Да что такое? Вот так. Что-то понять не могу. Все, вроде работает. Все. Все пучком. И этот куб. Здесь тоже должна быть скрытая платформа. Нет, не здесь. Наверное, здесь. Да. Врата открыли. Почесали. Я чувствую, что мы уже где-то близко. Близко к нашему навигационному кристаллу. Тайник. Как папа чувствовал, что он тут есть. Кажется, сюда. Сколько сундуков! Патрики! Обалденно! Наконец-то можно пострелять. А то я уж разочаровался. Думал, до конца игры не постреляем. Но все изменилось. Ну где же... где же наши слаймы, хотел сказать. А здесь ловушечки. Оп. Оп. Наконец-то я их прошел нормально, без всяких кровопотерь. Надо спустить как-то вот эту жижу. А, ничего спускать не надо. Просто аккуратненько пройти по этому стеклу. Там есть что? Ага, тут закончилось. Возвращаемся обратно. Значит, здесь надо пройти. Сюда нам не надо. Сюда нам тоже не надо. Надо идти сюда. Кажется... блин, обрыв. Значит, посерединке. Так. Кажется, все. Ну, а здесь прыгнуть просто. Ю-ху! Ю-ху-ху! Еще головоломки с рычагом. Три рычага. Давай нажмем. А, рычаги с подставой. Но все равно я дерну все, наверное. Мало ли, вдруг там сундучки будут. Вон навигационный кристалл. О, гриб, здорово! Здорово, братюнь! Давно не виделись, жиробас. Патрики, я на тебя не хочу тратить. Опа. Спрятался в щиток. Вырасти же, гриб! Бах! Ничего себе. Вплотную выстрелил, и это его не убило. Пришлось мечом добить. Ну, подожди, давай сюда заскочим. Не, здесь вроде ничего. Ладненько, пошли к навигационному кристаллу. А, к нему еще не так-то просто подобраться. Тут эта жижа едкая, зеленая. Попаркурим чуть-чуть. Все, активировать. Аллилуйя. Остался еще последний навигационный кристалл найти, и все. Но пока мы телепортируемся. Здорово, мы выбрались. Единственное, знаешь что? Мы не нашли маску. Не нашли в этой пещере маску. А была ли она там? Потому что нам не хватает еще с тобой две маски, которые мы можем одеть на бюст. Хорошо, что я про этот бюст подумал. Все-таки здесь есть тайничок. И он прям показывал нам этот путь. Просто я сюда что-то не рискнул завернуть. Видишь, здесь как бы... ну, нет прохода, но очевидно, что там что-то есть. Оказывается, тут невидимая платформа, на которую можно прыгнуть. Вот так, хопа! Видал, да, обманочка какая? Еле ее заметил. В общем, заходим сюда, и вот она, статуя. Точнее, маска. Забираем ее. Получается, что нам осталось найти последнюю... ой, блин, ой-ой-ой, бежим отсюда. Последнюю маску. Ну что ж, кажется, здесь мы совсем закончили. Получается, остался только один колодец. Голову придется поломать с ним, конечно, знатно. Потому что я не знаю, где найти веревку на него. Весь прикол, что на площади и есть колодец с веревкой и с ведрами. Но забрать я эту веревку не могу. Цепи тоже видел, подобрать хотел. Но не получилось, цепи тоже не собираются. И вот Шиш знает, как дальше действовать. Ну вот что? Что этому колодцу не хватает? Где я могу найти эту долбанную веревку? Видимо, здесь не обычная веревка должна быть, а какая-то волшебная. Ах да, еще было очень много комментариев о том, что я в самом начале не разрубил заросли. То есть, вот здесь вот мы начинали с тобой. Вот сюда нас телепортнули маги. И мы такие бежали, тра-та-та, лобода. Тут мы разгадали загадку, открылись врата. И здесь были заросли. Я их разрубил. Я сюда вернулся, когда получил первый меч. Разрубил, и тут лежала маска. Я ее забрал. Ты представляешь, там, где мы с тобой лопатой орудовали, выкапывали вот эти зеленые статуэтки, я забыл совсем подорвать стену.
Дело в том, что когда я сюда пришел, вот она эта стеночка, у меня не было взрывных зелий. Не было ингредиентов. Но теперь у меня они есть. Сейчас мы их сделаем быстренько. Взрывное зелье. Колдуем. Так, зачем мне лечебное? Мне взрывное надо. Есть взрывное. И сейчас подорвем эту с тобой стеночку. Подорвать. Бежим. Ништяк. Что у нас тут? Сундучок. Сундучок. Ядрен колотить бабушки на пирожки. Вот она тебе веревочка. Пожалуйста, новенькая, крепенькая. Ой-ё. Она находилась вот здесь вот, совсем рядышком с колодцем. А я всю карту оббегал. Вешаем, значит, веревочку. Красота. Оу. Наконец-то мы сюда спустились. Я-то думал, тут вода будет, а тут пещера. Ну ладно, сейчас мы ее разведаем. Что у нас тут такого любопытного? А, пещера, которая ведет в склеп. Тут заложник был, который иссох и превратился в скелет. Главное, чтобы меня такая участь не ждала. О! Что это такое? Наверное, зря я это сделал, да? Или не зря? Не, наверное, все по плану. Да, если бы я их не бомбанул, не открылось бы... Не открылись бы врата. Что у нас тут? А, у нас тут слизень бегает. Точнее, летает. Уже не летает. Патрики, зашибись. У меня как раз патрики закончились. Вот еще один любитель полетать, популять. Поплевать. Но этого мы, конечно, в рукопашку уделаем. Здрасте! Сколько ж вас тут, а? Получай. Ну, здесь, видимо, все ясно. Также надо разбить эти кристаллы. Открылась там. Но помимо той двери есть еще несколько. Даже, я бы сказал, три. Четыре. Четыре двери. Тут. Надо, короче, во все заглянуть. Сперва сходим сюда. Оу. Воу, маска. Последняя маска. Сюда нужно что-то положить. По-любому мы здесь кубик найдем. Вон тут, я знаю. Здрасте, я не думал, что вас тут двое. Простите, что помешал вашему уединению. Кубик, где же ты? И что я сделал? Что-то открылось? Блин. По всей видимости, где-то открылись еще ворота. Будем искать. Какие же... А, вот здесь открылось. Но нам... А, вон он, кубик. Круто. Здесь нет никаких тайничков. Кубик... Даже два кубика. Зачем два? А два, потому что тут есть платформа, которая открывает решетку с кристаллом. Что ж, кладем сюда. А ты, мой друг... А какая, интересная платформа-то? Давай начнем с этой. И угадал, сразу же, с первой попыточки. Здорово. Камень мы с тобой заберем. Он нам пригодится. Жалко, я здесь перекинуть не могу через решетки вон туда. А может, получится? Нет, не получится. Ставим камушек сюда. И спокойненько забираем последнюю маску. Здорово. Все маски в сборе. Осталось только повесить ее на бюст. И что-то произойдет. А тем временем мы направляемся в третий проход. Оу. Тут ловушечки. Оп. Тут ничего нету. Сундучок там есть. Наверное, вот так если оббежать, да. Мы до него добрались. Рубин, зелье. Интересно, зачем столько рубинов, если я уже покупать-то ничего не могу? Хотя, кто знает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно. Вдруг мы еще лепрекона встретим и заторгуемся с ним так знатненько.
Вроде бы здесь все. Но центральные врата еще не открыты, потому что мы где-то не разбили последний кристалл. Но где? А, вон там. Вот эти врата открылись. Сюда мы еще с тобой не ходили. Где-то тут. Здравствуйте! Извините, что помешал вашей вечериночке. Хотя тухленькая у вас вечериночка была. Что ж, камни. Ого, сколько здесь кубов? 4 куба. И зачем мне столько? Тут тайник, что ли, есть какой-то? Вроде бы там за книжными стеллажами ничего нету. Зачем 4 куба? Для чего? А, подожди, на них какие-то рисунки? Ну, на них, в принципе, были какие-то рисунки всегда. Здесь все одинаково. Зачем? А, я понял. Кажется, я понял. Возвращаемся. Где мы камни клали с тобой? Здесь мы не клали. Наверное, вон туда надо все камни притащить. Да. И положить на вот эти все платформы. И тогда все заработает. То есть, получается, мне нужно еще вернуться за тем камнем. Ну все, ребятки, сейчас я вас расположу. Удобненько здесь. Раз. Ты сюда. До вас. И ты вот сюда. Трис. Один скатился, скорее всего, вот этот. Ну все. Ну все. Давай открывайся. Засранка. А, подожди, я там... Я там все разбил уже давным-давно. Блин, что-то я не въезжаю. Почему? Вот я дурак! Вот они где, эти кристаллы-то. Вот зачем здесь 4 куба. Ладно. Господа мои квадратные камни, мы возвращаемся обратно. Ваш переезд был лишним. Я думаю, что одного камня мне будет достаточно. Есть. Очешуенно! Все сработало. Мы разбили два последних, и здесь открылись ворота. Крутяк. И вот он, последний навигационный кристалл. Ух! Если я его активирую, по идее, должен открыться разрыв. Активировать. Навигационный кристалл активирован. Ну все, получено достижение. Все кристаллы. Мы можем спокойно отсюда телепортироваться. Ой-ё! Войдите в портал. Ты посмотри, как все фиолетово. Это означает, что... А, вон портал. Да, разрыв открылся. Но сперва... Сперва нам нужно до бюстов сбегать. Так, где у нас бюсты-то? Я хочу активировать все маски, потому что... Если я войду в портал, не факт, что я оттуда потом выйду. Надеюсь, у бюстов там никого не будет. Слава богу, никого. Одеваем последнюю маску. Full set. Какой гриб. Позолоченный гриб. И для чего он? Искусно выполненная статуэтка, покрытая золотом. Возможно, она когда-нибудь пригодится. В общем, не зря мы все маски собрали. Ну что, отправляемся в портал. Я очень хочу увидеть Архимага. Я надеюсь, что мы с ним встретимся. Ребятки, здорово! Давайте-ка потанцуем с вами. Мы уже совсем близко к этому порталу. Вау. Прям лифт какой-то. Ничего себе, он жуткий. Ладно, я вхожу. Вы уверены, что хотите войти в портал? Войти. Ого. Это кто такие? А, это просто камни летают. Кажется, здесь в принципе не так опасно, как мне казалось. Можно, в принципе, спокойненько передвигаться. А где же... Найдите Архимага. А где же... Слизни там.
Или грибы, или тощие. Еще один гриб. Статуэтка гриба. Искусно выполненная статуэтка. Это обычный гриб, не золотой. Трим-пим-пим. И походу сюда я могу вставить этот золотой гриб. Нет, этот не подходит. А, нет, этот подошел гриб. Это обычный гриб, который я только что нашел. Входим в портал. Здрасте, есть здесь кто? Прикинь, здесь никого нету. Видимо, они все вошли в портал. И сейчас бродят по земле. Вижу там сразу какие-то врата. О, здорово! Я только о вас говорил. А то тут скучно стало. Нелюдно. Точнее, не мутант, но... Какой странный куб. Видимо, его где-то надо здесь вставить. Может быть, сюда? Да, сюда. Здесь тайничков никаких нет, случаем? Я думаю, навряд ли. Зачем мутантам тайники? Здесь еще гриб нужно вставить. Скорее всего, вот сюда нужен золотой. Нет подходящего предмета. Не, значит, здесь не золотой. Здесь нужен еще один гриб. Обычный гриб. Не позолоченный. Кажется, да, вот он. Но тут других путей-то, в принципе, не было. Видимо, сейчас мы будем прыгать с тобой по порталам, пока не встретим архимага. О, ребята, здорово! Не так уже одиноко. Хоть кто-то здесь. Ё-моё, со всех сторон повылазили. Лучше было бы одиноко. Ай. Я думал, сейчас у меня пулька прилетит. Готово. Плохо, что у меня патрики закончились. Грибочек забираем. Куда нам идти? Я знаю, что туда. Но тут, по-моему, есть еще прохода. Вот портал. Сейчас мы сюда вернемся. Хочу сходить. Здесь мы вышли. А здесь чего? Здесь еще один портал. И куда бы он нас телепортнул? Пока мы это не узнаем, потому что у нас был всего один гриб. И мы его поставили здесь. Да, походу мы будем долго плутать здесь. Здесь портал. Там портал. Хо-хо-хо. Вот это загадочки. Равносильно лабиринту, блин. Тупик. Стоп, а здесь ничего? Нет, здесь ничего нету. Только сказал про лабиринт, и вот тебе лабиринт, пожалуйста. Кто ж меня за язык-то тянет? Видимо, все, о чем я думаю, здесь исполняется. Грибочек. Осталось только решить, в какой портал его поставить. Значит так. Эники, Беники, ели вареники. Сюда. Пойдем сюда. Отдамся в руки случаю. Ого. А, вот они, кнопки. И, видимо, нужно ввести комбинацию. Вот эту комбинацию, и тогда... Врата откроются. Так. Так, так, так. Не, нифига. А, здесь еще вот какая-то тоже комбинация была, но статуэтка обломана. Может, тут есть какие-то камни, которые мне помогут? Да, точно, вот камни. Блин, не успел. Прости, дружочек. Не до тебя. У меня там важная головоломка. Один камень сюда. Пошли искать еще камни. Вот еще камушек есть. Дружочек, извиняй, поиграем в другой раз. Ставим сюда. Ну ладно, разблокировал, хорошо. Теперь нужно предугадать, что было нарисовано здесь. Понятно, что нужно положить камень сюда. А дальше как быть? Давай поставим посередине камень и будем нажимать на все кнопки.
Нет, не так. Может быть, этот обломок где-нибудь рядышком лежит? А я просто... Ну вот он же, блин, вот он! Чуть-чуть нужно было правее пройти. Значит, два сверху. Легко. Камень сюда, а я сюда. Ништяк. Ух, какой там гриб большой. Игра сохранена. Это означает, что... Что-то тут есть. Зелье. Если еще и зелье дали, значит, что я близко к Архимагу. Кто это? Ядрен батон, это что, Архимаг, что ли? Какого? Что происходит? Может, я грибочка съел, а не такого какого-нибудь? Или зелье выпил какое-нибудь левое? Архимаг, ты ли это? Что ты с собой сделал? Ну, слушай, борода у него есть, значит, это точно Архимаг. А может быть, его поработили, как думаешь? Патриков нету, ладно. Будем бить его так. Ого, ого-го. Сверху какие-то штуки интересные. Это что было? Что пролетело? А, вон оно что. Фига себе. Как он умеет? Чего-чего-чего? Опять призвал своих мутантов. Сейчас разберемся быстренько с ними. Я таких уже нарубил за свою жизнь столько. Ну, в смысле, жизнь в игре. Снова электроволны. Это все? Все, на что ты способен? Архимаг, где же твоя магия? Прикрываешься своими подчиненными. Интересно, сколько мне его придется бомбить? По-моему, последний заход остался. Ты разозлишься или нет? Покажешь всю свою мощь? Опять призыв. Ну что ты будешь делать? Призвал бы хотя бы там грибочков. Или слизняков, а то одни тощие. Готов. Последние удары. Есть! One final step. Получено достижение. Типа один шаг до финала. О, смотри, портал ко мне подкатывается. Ничего себе, а тут оказывается люди были. Смотри, сколько скелетов. Игра снова сохранена. Давай выпьем зелье на всякий пожарный. А то кто знает, что нас тут ждет. Блинчики. Может быть, это был не Архимаг, а просто... Вот он, Архимаг-то! Здорово! Я-то думал, ты уже мутировал. Но подожди, побудь там пока. Сюда что? Вот куда тебя нужен-то, золотой гриб. Видимо, он поможет закрыть портал. И мы навсегда забудем про разлом. Ну чё, Архимаг, ты готов? В глубине кристалла вы различаете фигуру Архимага. Попытаться его освободить. Получено достижение. Вы почти час бьете кристалл без каких-либо видимых успехов и уже планируете бросить это бесполезное занятие. Как вдруг на его поверхности появляется первая трещина. Еще несколько ударов, и кристалл разлетается на сотню осколков. Архимаг Кроул падает на землю. Подождав, когда он придет в себя, вы вместе покидаете бездну. Вернувшись в столицу, вы получаете награду, которая значительно превышает ваши обычные гонорары. А затем ваша жизнь возвращается в первичное русло. Все? Это все? Ну ты представляешь? Все? Мы прошли Mask of Mist. Я тебя поздравляю, это было круто. Интересная история, но мне не хватало немножечко анимации. Но в целом, игруха достойна, чтобы ее пройти. Если тебе понравилось, то с тебя лайк, подписочка и крутой комментарий под видео. А на этом все, пока. Увидимся в следующем видео.